Всем привет! Неожиданно прошлый гайдик зашел и набрал больше 190 лайкосиков, за что вам большое спасибо. И сейчас мы, конечно же, разыграем Астерку, как я и обещал. Ну вот, поздравляем Сергея с ником Котлета. Ха, забавный ник у него. Что ж, проверяем. Котлета, Астерка. Ну все, поздравляем. Что ж, давайте под этим гайдиком наберем соточку лайкосиков, после чего я выложу снова новый гайдик. Также, чтобы вам было интересно, сделаем все точно так же. Разыграем Астерку. Также не забывайте оставлять свои игровые ники в комментариях. Ну что, погнали? Так, сегодняшний гайдик будет у нас посвящен оверью. Оверью — это вот это вот окошечко, на котором мы, собственно говоря, видим всю информацию. Это станции, корабли какие, кто куда летит, на каком расстоянии и так далее. Как ни странно, действительно, но оказывается, многие не могут, либо не умеют, либо еще какие-то у них возникают проблемы с оверью. На самом деле, я сейчас расскажу, что это у нас совершенно несложно, абсолютно несложно. Покажу и расскажу. Вот я тут сбросил все свои настройки, обычно с такими вот настроечками все и начинают играть. Что, собственно говоря, дальше делать? Дальше, ну, в зависимости от того, чем вы собираетесь заниматься, давайте просто сейчас пока настроим хотя бы несколько окон, просто лишнее поубираем. И, к примеру, вы собираетесь в дальнейшем заниматься PvP. То есть здесь вот выбираем плюсик, то есть добавить закладочку, нажимаем, пишем PvP, окей. Проходим в эту вкладочку и видим, что у нас те же самые настройки, что и в общем. Ну, в общем-то, это и не удивительно. Дальше вот здесь вот общие настройки. Нажимаем настройка обзорной панели. Проходим компоненты настроек. Здесь нажимаем отменить все. И все, как видите, у нас все здесь пропало. Все исчезло. Теперь что нам нужно для PvP? Для PvP нам нужно, собственно говоря, корабли отметить. Корабли отметить лучше всего, конечно, выбрать все, нажать, и тогда все корабли, которые у нас имеются здесь в спейсе, которые мы можем сейчас видеть, все они видятся. Что нам еще здесь может понадобиться? Нам понадобится, может, естественно, еще скорость. В принципе, ее обычно не бывает. То есть из настроечек вот это вот, ну-ка, это растягивается, да, растягивается. Вот, из настроечек комплекта настроек вкладок переходим в столбцы. Переходим, и вот здесь вот у нас все есть. Пиктограммчики, это вот эти вот значочки. Расстояние, это вот оно расстояние, сколько от нас до этого объекта. Дальше название, это обычно никнейм там, либо название станции, либо еще что-нибудь. Ну вот, к примеру, да, вот здесь вот название станции. Ворота, то, что жито, гайка. Дальше тип. Тип — это, собственно говоря, что вообще там такое. То есть итерончик, трэшер, то есть это корабли, соответственно. И скорость. Скорость — это скорость, как у нас передвигаются эти товарищи. С какой скоростью они, собственно говоря, двигаются. Ну, побольше, а то не видно значения. Вполне возможно, что вас не устроит где-то какая-то колоночка. К примеру, скорость вы захотите здесь, название здесь, типы там. Ничего страшного, здесь просто, допустим, вот скорость берем и просто перетягиваем туда, куда нам надо. Вот, все. То есть теперь у нас скорость стала после расстояния между названием и расстоянием до объекта. Точно так же, собственно говоря, и остальные также двигаются. Что здесь можно выставить еще? Отметки, корпорации, альянсы. Ну, не знаю, мне это, в общем-то, не нужно. Если вам нужно, вы можете это все делать. Оставить. Что здесь еще мы можем настроить? Что нам еще нужно? К примеру, вот корабли, да, мне вот совершенно не нравится маркер корпорации. Я обычно его убираю. Имя, краткое имя альянса я тоже убираю, потому что обычно именно тогда получается длиннющий, и, ну, мне оно не нужно, неинтересно. Я оставляю обычный тип корабля и имя пилота. Мне этого более чем достаточно. Итак, обратно возвращаемся к комплекту настроек вкладок. Здесь, допустим, корабли, то, что мы видим, мы настроили. И, к примеру, если мы еще хотим, ну, не знаю, к примеру, давай гайки, чтобы здесь еще были, чтобы мы могли на них, допустим, варпать. То есть, к примеру, мы взяли там, постреляли с кем-то, поубивали, и нам нужно куда-нибудь свалить. К примеру, мы хотим дальше лететь и не хотим переключаться на другую вкладочку. Допустим, оставили гиперворот. Все, здесь их включили, все, они у нас здесь есть. Рассортировали по расстоянию. Все, все это мы теперь увидим. Прекрасненько. Дальше пошли в состояние. Что в состоянии? В состоянии это то, что мы вот можем
всегда показывается, то, что не показывается, отображать по умолчанию. По умолчанию, соответственно, вот то, что мы увидим вот сейчас, как изначально настроено, так это все и есть. К примеру, мы не хотим видеть нейтралов. Как я обычно вот настраиваю, когда какой-нибудь корабль летит, и я его просканил, он мне не интересен, и чтобы мне снова он не попадался, я обычно нажимаю вот так вот нейтрал. Все, что дальше происходит? Дальше я делаю, к примеру, вот этот вот пилот, добавить контакт, нажимаю вот здесь нейтрал, и вот смотрим, Вася Хилонен какой-то, ну ладно, неважно, нажимаю, все, он пропал с оверью, больше его в оверью нету, потому что все, мы вот поставили закладочку, чтобы всех скрывать, кого мы поставили нейтрал. Также, собственно говоря, можно и по другим здесь все дело выставить. Заходим в индикацию, что у нас в индикации? В индикации, если кому-то интересно, кому-то нет, можно уменьшить шрифт, то есть становится побольше, как бы, вмещается ваше верью. Ну, не знаю, мне шрифт не нравится, я оставляю, какой он есть, вроде нормально, потому что, когда он уменьшится, что-то совсем мелко, и иногда можно просто промахнуться. То есть, вот, если уменьшить шрифт, вот, нужно в него, допустим, тыркнуть, а тут, хопа, мелкий такой шрифт, я могу просто промазать, и поэтому я все-таки оставляю обычный стандартный шрифт, вы же сами смотрите, как вам будет удобней. Так, ну по цвету я не знаю, что здесь, честно говоря, объяснять. В принципе, здесь, по-моему, все и так ясно. То есть, пират, преступник, который только что, к примеру, кого-то убил, тот же суицидник, у вас моргает красненьким, в принципе, вы можете поменять цвет, но цвет, собственно говоря, вот он меняется. Вот здесь вот, хоп, и выбираем любой цвет. Не знаю, зачем, конечно, менять. Вроде как все это стандартно, стабильно, все понятненько. Подозреваемый желтики, в принципе, тоже. Здесь хорошие отношения, превосходные отношения, плохие, ужасные, ну и так далее, так далее, так далее. В общем, не знаю, что тут добавить. Фон. Можем добавить фон. К примеру, у нас, в котором нет никакой информации. К примеру, вы в нули улетели. Вот, выставим, допустим, не знаю, оранжевый. Вот, сканите. И вы сканите. Там много всяких объектов. Вы не можете, к примеру, заметить, что кто-то к вам подлетел. Допустим, у вас нет информации по этим пилотам. Выставляете крестик. Как только у вас в игре появляется вот оранженький полосочка, да, вы тут же заметите, вы тут же увидите. То есть это не вот какой-то значочек вам прилетел в нулях, и вы не можете увидеть. Вы сразу, опа, выставили, и тут же все увидели. Все у вас видно, все прекрасненько. Ну и основная еще вкладочка, вот настройка вклад, самая первая. Это у нас, соответственно, вкладки, которые у нас есть. Здесь название нашей вкладочки, которую мы можем, в принципе, переименовать в любую. Неважно. Дальше, комплект настроек обзорной панели. Это то, что мы видим вот здесь вот, непосредственно, да? Вот, PvP. Есть. Комплект настроек отметок, это то, что будет в спейсе. К примеру, вот сейчас вот мы видим разные много-много всяких значков в спейсе, да, но не то, что конкретно у нас в оверью. То есть мы хотим видеть гораздо меньше всего в спейсе. То есть нам нужны только корабли и гайки, больше ничего нам не нужно. Тогда настройки наши для начала нужно сохранить. Сохраняем здесь. Все, сохранили. Идем в настроечки. И вот она, наша вкладочка появилась. Нажимаем. Все. Все лишнее из спейса пропало. Больше ничего мы здесь не видим лишнего постороннего. Тот же также, к примеру, вы хотите, чтобы в оверью у вас показывались гайки и корабли. А в спейсе вы могли видеть, допустим, еще что-нибудь. Заходим. Ну, не знаю, к примеру, что можно еще увидеть. Давай мы хотим, чтобы еще станции, к примеру, виделись, да, у нас в спейсе. Тогда берем, сохраняем и PvP, к примеру, делаем вот так вот. Обзываем. Идем в настройки. Здесь выбираем наше PvP, то есть оставляем то, что нам нужно. А здесь выбираем вторую закладочку. И получается у нас в оверью показывается только то, что нам нужно. По оверью это корабли и гайки, а в спейсе мы видим точно так же гайки, корабли и еще станции. Также не забывайте все-таки нажимать периодически на кнопочку сохранить. Если вдруг что-то произошло, вы потерялись, вы не знаете, как там что настроить, вам, блин, не нравится все это, хотите все сбросить, ничего страшного, заходим в прочее и вот здесь вот нажимаем сбросить все настройки обзорной панели. Все, и мы возвращаемся в обзорную панель, ту, которая у нас была в самом начале при игре. Но как-то так. И не забывайте поставить лайкосики и внизу написать комментарии свои. Ну все, пока.